Добрый день! Сегодня на мастер-классе iCook мы с вами готовим шарлотку. Я знаю, что многие хозяйки прекрасно с этим блюдом знакомы, но они пекут ее в духовке. Особенностью сегодняшнего мастер-класса будет то, что мы с вами приготовим шарлотку в сотейнике. И тем самым мы поисследуем возможности посуды iCook. И эти возможности, они на самом деле очень интересны. Будем использовать гидрозатвор. И вот попробуем готовить без применения духовки. И сегодня мы вот такое блюдо, посмотрите на него, оно такое красивое, замечательное. Вот это блюдо будем готовить командой. Сегодня мы работаем на мастер-классе с Яной и Мариной. И в процессе мастер-класса вы с ними познакомитесь. С вами Галина Суханова. Поехали!